Здравствуйте, меня зовут Суслик, и сегодня мы проходим карту «Карта. Проклятие». На сайте написано «Прокялтие», но это не важно, не важно, никаких проблем. «Проклятие. Часть 5» сделана для ПП, автор карты «Фрим 989». Правило играть в нормальном, не читерить, не ломать блоки. Давайте поставим нормальную. Что у нас тут? Да, у нас много вещей, ла-ла-ла. Так, давайте по фасту так оденем. Так, начало. Книжечка такая. От автора. Хотите знать, почему так долго создавал карт? Нет, не хочу. Не хочу. Окей, пойдемте. Проходить супер испытание. Ты вперед. Окей. Там еще какие-то 4 части есть, но мне кажется, что все равно это все полный трешак. Как-то нет смысла даже пытаться. Ну, подвал. Ок, да, подвал. Отойди от ящика, не мешай мне. Охрана. Ты. Так, я не понял, где директор? Ты кто, начальник охраны? Что, как все попали? Да я сейчас охрану позову. Охранник? Начальник охраны позовет охрану. Да, охрана, охрана. Чё ж, блин. С вами по-хорошему нельзя. Чай, не убей всю охрану. О, какой граммар прям. Получай, да, вот так, ну. Воу-воу. Полегче, да? Так. Что у нас тут? Ну, на рекат много всего бы заспавнилось. Там все дела. Да, тут бы заспавнилось бы 4 зомби. Но... 5 зомби, ладно. 6. Дофига зомби, да, интересно. Меч царя Македонского. 2. Работа мастера 18 века. Самый крепкий материал. Инструмент... Инструмент для ломания железных дверей. О, прикольно. Успех. Что здесь еще? Варочный стук 15 века. Кристальный камень, блин. Кусок портала, сундук Ивана Грозного. В общем, юмор зашкаливает, поэтому пойдемте дальше. 12. Фух, правильно, теперь надо выходить из музея. Черти, входы выход заблокированы. Надо поискать среди экспонатов то, чем можно пробить дверь. Инструмент для ломания железных дверей. Даже это без намеков вообще. Там никакой шутки, что типа, я не знаю, железный кулак Чака Норриса. Ничего такого нет. А дальше что? А, и типа Ростон Факелан. Да, точно. 407. Бля, ему так лень было книги называть, что ли? Музей, не убивай, пожалуйста. Ты скажи, где директор. Я не знаю, полчаса назад он с группой археологов вышел из музея на всю... Оря, я богат, и направился вперед, примечание, иди по красным факелам. Цитата просто, иди по красным факелам. Парам-пам-паратан, тара-та-тан-тан-тан, тю-рю-т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 ю-
систему и не пошел по красным факелам. Господи, этот сраный шелковый путь из красных факелов настолько долгий. Ах, ты ж... Это ж сколько пере... Ох, ладно. Я пока придумаю шутку насчет долгого. Ага. Этот шелковый путь настолько длинный, что сериал «Санта-Барбара» шел меньше, чем этот путь. Этот путь настолько длинный, что... Столетняя война. Это пустяк. Ладно, я не могу так шутить, это уныло вообще. Ладно, мы уже почти добрались, я уверен, что мы уже в горах, Васа. А как мы должны дальше идти? А, тут такой вот, значит, хоп. Давай, оп, молодец, давай, да, оп. Уу, много красных факелов. А я вижу какую-то коробочку. Тыриц, явно архитектору очень много заплатили за это, наверное, создавали сервер, там, сказали какому-то пацана, пригласили, сказали, типа, слушай, нам нужна офигительная постройка для карты, мы сами-то не можем, поэтому не мог бы ты нам помочь, он такой, да, без проблем, вот мое произведение искусства, называется Xbox One, ладно, так, что тут у нас есть, секретный ход.
Отшельник Джо, дорогой, какими судьбами, ну как там твое проклятие избавился? Ты тут такое произошло, ты расскажешь ему все, что что вот урод, этот директор, какой чувствуешь, я, по-моему, догадываюсь, куда он пошел. Он хочет забрать тело короля Даргус и оживить его. Черт, если так, то это очень плохо. Все очень, очень. А я должен успеть раньше в гробнице, чем директор. Видишь, в моем доме наковальню. Отодвинь ее, разбей, там будет кратчайший путь. Ты был классным, но времена уходят, и поэтому... Ой, блин, черт, еще попытка номер два. Отдай мне наковальню по-хорошему. Твою мать, я не хочу с тобой сидеть в одном заборе, поэтому попытка номер два. Ты был хорошим другом, но... Окей, блядь, ты, видимо, Чак Норрис какой-то. Да, под каждой наковальней секретный путь. Ничего себе полет. Ладно, пора ехать. Да, пора. Толкнем таки вагонетку. Хопа, сели. Да, успели. Все, успел. Окей. Ловушка. Король Даргус. Ха-ха-ха. Ты думал, я тебя забыл? Проклятие будет действовать всю жизнь, пока ты не умрешь. Мягкий знак, да. Впрочем, ты умрешь. Мягкий знак. Сейчас я просто-напросто не выбраться на этот раз. Да, правда, да. Окей, да, хорошо. Мне не выбраться на этот раз. Да. Поговори тут, что мне не выбраться. У меня есть великая железная хреновина для ломания железных дверей. Ты говоришь, что я не выберусь. Иди-ка ты нахер. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Естественно, тут ничего не достроили, а вы-то думали. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Недострой. Чекпоинт. Еще одна кирка, гравий. Умная мысль. Автор, не смеши. Так, ладно. Ставь и руж гравий, ставь и руж до тех пор, пока не выпадет кремень. Нет. Зачем? Ставь и руж. А вот хрен тебе, Даргус, опять в твоем плане недочет. Недочет заключается в том, что ты сделал стенку из шерсти и досок, потом сделал маленький мостик через лаву и лестницу. Вот это реально недочетище, я понимаю, да. Пацанский недочет, то есть... Взорвалось там какие-то супер эффекты. Ты нажал на кнопку, ты не понимаешь, что ты наделал. Мне теперь придется драться с этими... Все как говна наспавнилось, господи. Так, все, все норм. Слабые у тебя слуги, Даргус. Странный ход. Ты как подозрительно выглядит путь. Да, подозрительно, я согласен, но мне-то что, мне не насрать абсолютно, вот так вот все, по-пацански прошу. Ты вперед, да, вперед, по фасту проходить, чтобы без лишних действий все подорвали, спецназ, СВАТ, АСАС, МИ-6, ФБР. Воу, да, вот это паркур, опа, по красным факелам. Идем, идем, опять какое-то метро 2033, Артем, молодец, да, перекладываем вещи, нужно срочно взять вагонетку, берем вагонетку, ставим, катим, садимся, едем, воу, что-то там взрывается, едем, 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 нет, не едем, все, идем пешком, пешком по рельсам, а, да, за нами гонятся до хера людей, я в этом уверен, да, давай, поднимайся, поднимайся, быстрее, 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 быстрее. Слендермен за тобой. Да, мы еще не пришли, вот. Счастливчик. Король Даргус. Долгок я за тобой охотился, Джон, но вот и достал. Зря ты взял те сокровища. Прощай, что кто тревожит мой покой? Кто вы? Что это за люди? Что? Это мы три головы. Кто вы? Ты, черт, попоздал. Директор явился раньше со своей группы, но это мой шанс на спасение. Надо выбегать отсюда. Ок. Да, надо нажать все кнопки. Нажать все кнопки. А, это ничего не дает? Окей. Я думал, сейчас что-то крутое произойдет. Бежим по красным факелам. Давай, мы должны спасаться. Эта штука долго не продержится. Тардис, бом-бом-бом.
Надо торопиться, может, еще успею, да успею догнать директора. Да. Бежим, бежим, яйцо в руках, булыжник, яйцо, булыжник, яйцо, булыжник, яйцо, булыжник. Счастливчик. Вау. Бежим, 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 бежим. Это экшен, Modern Warfare 3, там тоже бегать много. Соу, беги, беги. Эх, это моя деревня, в которой я вырос. Все люди родные, все дома, все родное. Теперь этого всего нет. Я не успокоюсь, пока не отомщу. Вот так, да, вот так. Все, понял. Ей, бля, твою мать. Знаете, пока я летел, я понял, что вместо этих Супер Метро 2033 там под землей могли спуститься вот по этой лесенке, вот так вот тут пройтись, 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 ничего не случилось бы. Вот. И мы такие, хоп, попали вот сюда, пошли просто спокойно, без всяких приключений, чений, чений. Пошли, упали в эту яму, в которую нам нужно упасть, и... Или не нужно? А, нет, не нужно. Вот, и то есть спокойно пришли бы к той анальной дыре, в которой я умер, собственно. И вот она, эта анальная дыра. Так, успею ли я написать геймод, пока я падаю? Нет, не успел. Так, окей, все, теперь мы аккуратненько так хоп-хоп спустимся. Опа, пытался меня выстрелить, да? Нет, не до того напал, черт подери, овца, тихо. Тихо, сказал, я буду стрелять. Мне не из чего стрелять. Кого это волнует? Так, нет, я хотел супер быстро пробежать этот момент, но... Окей, мы опять спускаемся вниз, 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 вниз. Ты, так, если мне память не изменяет, то трон Даргуса в третьей шахте. Окей, много шахт. Дальше вниз. Окей. И вверх. Ну, блин, вверх и вниз. А ученый копатель, у нас посторонняя охрана, убери его. Охрана, охрана. Ёб твою мать. Нихера. Поражение следует, если торчать гли в сундук. Напишите в комментариях, это конец, конец, конец. Ну что ж, до свидания. Вот такая карта. С вами был Суслик. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. И всем пока.